Жвачка и пуанты – первая ассоциация с балетом. Когда крутишься за кулисами, в театральных коридорах открывается другая картина. Понимаешь, это тяжелый труд и каждый день с утра до ночи – бесконечная, кропотливая работа. У актеров улыбка не сходит с лица, сквозь боль и слезы. Голова, тело, струны души напряжены и готовы отдаться зрителю без остатка. Вита Мулюкина – действующая артистка труппы Ростовского музыкального театра. В балете с 6 лет, усилиями и надеждами родителей. Это, на первый взгляд, кроткая красавица на самом деле с характером тигрицы. И на сцене, и в жизни. В 14 покинула родное гнездо и поступила в Самарский театр. После с отличием окончила Уфимское хореографическое училище. Теперь трудится в Ростове над новыми партиями. За первый сезон выполнила программу «Максимум», сыграла роль страстной испанской Китри в балете «Дон Кихот», о которой мечтала с детства. Я даже не знала, что у меня получится в 19 лет станцевать уже вот «Дон Кихот». Казалось бы, сложный спектакль. Здесь много техники. Много вращений, много прыжков, много игры эмоциональной. То есть выкладываешься почти на каждом движении. Уже первый выход должен быть ярким, таким веселым, задорным. За Китри последовал еще один личный успех. Воплощение в жизнь второй мечты. Роль кошечки в постановке «Спящая красавица». Для безупречной игры поклонница грациозных животных вживалась в роль в свое свободное от работы время дома. Поначалу я наблюдала за собственной кошкой, то есть мне нужно было увидеть ее повадки, вот, потому что я же должна быть похожа на кошку, я же не должна быть человеком, в принципе, вот, поэтому это очень интересная работа. 20-летняя балерина готова репетировать целыми днями. Только старания и труд способны открыть нужные двери. А просто так ничего не приходит, уверена Вита. Мне ничего легко не дается, в принципе. Поэтому я всегда нахожусь здесь, в зале, и в училище тоже. Я никогда из зала не выходила. Вот, поэтому я знаю, что балет – это очень, очень тяжелое искусство, требующее полной отдачи. Вот, но... Я очень рада. Я не представляю никакое другое занятие в своей жизни. В декабре она блеснула в «Тщетная предосторожность», где вновь сыграла влюбленную девушку. Спектакли с ее участием заканчиваются свадьбой. За пределами театра с сильными чувствами балерина не связана и находится в поисках половинки. Хотя на сцене юная актриса выдает неподдельные эмоции, выжимая из себя до последней капли переживания и энергетику. Моя мечта на данный момент – танцевать Джульетту. Вот, это один из самых сложных балетов вообще, классических. Вот. Но там действительно героиня переживает сильную любовь, потерю любимого человека. Это очень сложно. Вот, ну, я думаю, что благодаря труду и старанию мне удастся это достичь. В стремлениях и планах продолжить выступать на ростовской сцене и гастролировать по миру. В труппе музыкального задействованы 60 человек. Мобильному коллективу удивляются маститые артисты. Репертуар расширился, а они будто готовы работать в любых жанрах с любой нагрузкой. За считанные секунды перестраиваться и работать над новым материалом. Вчера я смотрела репетицию, и даже на репетиции получила удовольствие. Вита, кстати, тоже просто порадовала. Ведьма, казалось бы, такая, ну, не выигрышная на первый взгляд партия. И там и парик смешной, и грим смешной. Но она настолько выразительно это сделала, что просто глаз от нее было не оторвать. И, в принципе, все девочки, в общем-то, в этих партиях, сложных, гротесковых, но сделали замечательно. Тут интересен этот спектакль тем, что каждая партия может быть индивидуальна. То есть каждый может подходить к этой партии по-своему, вносить что-то свое. Сейчас полным ходом идет подготовка очередной премьеры. Над «Белоснежкой» трудится команда ростовских и венгерских мастеров перевоплощения. 22 марта Ростов станет первым городом в России, где покажут уникальное зрелище с оригинальными декорациями, новыми лицами в двух актерских составах.
в первую очередь нужно желание. Потому что есть очень много примеров, когда приходят в балет в училище дети недостаточно способные, не имеющие выдающихся профессиональных данных, и своим желанием, силой воли, трудом они добиваются больших результатов. Таких примеров очень много. И очень часто как раз бывает наоборот. То есть вот преодоление каких-то трудностей, оно дает хорошие результаты. И амбициозная Вита задействована сразу в двух спектаклях «Марта». Играет непохожие роли, с ясностью расставляя яркие акценты в каждом па. Я в «Спящей красавице» работаю в сложной ПДД. Это «Голубая птица», «Принцесса Флорина». Это очень красивая ПДД. Оно мне нравится изяществом, элегантностью. То есть там не нужно быть страстной девушкой, допустим, как Китри. Там нужно быть принцессой, вот, такой тонкая натура должна быть. А в «Белоснежке» вот сейчас новая постановка, я чертовка. Это новая партия, я там очень страшная, веселая такая, играю пьяную чертовку, мы выпиваем зелье. Вот, у нас большие носы, уши, как у троллей, вот, огромные такие парики, вот, достаточно веселые такие девочки, три нас. У нее, как и у театра, все впереди. За кулисами музыкального просвещались Алена Решетняк и Алексей Бабичев.